Чите сотрудников детского дома заставляют скрывать проблемы учреждения. В частности, говорится о детдоме, который в 2015 году уже привлекал внимание из-за издевательств над детьми. На этот раз одна из воспитанниц детского дома совершила попытку самоубийства. Об этом Лайфу рассказала член Совета по правам человека при президенте Яна Лантратова. И вот теперь детдом намерен тщательно скрывать свои проблемы. Руководство учреждения, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы и сообщить о тех фактах, которые произошли, задним числом издает очень странный документ, который с точки зрения юридически вообще вызывает большое количество вопросов. То есть это некий документ, который обязаны подписать сотрудники, в котором они как бы обязываются не разглашать тайну происходящего в учреждении. А вот и этот документ о неразглашении всего происходящего в детском доме, который раздали на подпись всем воспитателям. Именно о нем и говорили в Совете по правам человека при президенте Российской Федерации.